Приветствую вас, друзья, на канале ВБ Плей. Меня зовут Владимир, и мы продолжаем сегодня проходить Survivor Aftermath. Приятного просмотра, друзья. Итак, друзья, я думаю, на этой серии мы будем сегодня заканчивать эту игрушку в плане того, что пока тут уже все у нас почти что по большому счету мы уже развились по максимуму. Тут еще что-нибудь добавим, что-нибудь построим, что-нибудь еще и так далее. Ну, потому что у нас получается уже максимальное развитие, все открыто, все сделано, все у нас идет нормально, просто, правда, проблемы у нас с инструментами, да, но это уже мелочи жизни. А так у нас все по максимальному изучено и открыты все наши скиллы, да. То бишь пища, все у нас по максимуму сделано, все открыто, все построено. Развлекательные, что у нас, игровые автоматы, кулинарии, все у нас это построено, арена построена, библиотека. О, кстати, а у меня, кажется, библиотека и не построена. Ну, единственное, то, что я не построил, да. А так у нас по большому все уже максимум все построено, да. Аккумуляторы, все это все сделано. Безопасность, укрепленный варьетор, ремонт, мастерская, медпункты, все сделано. Исследование это есть. Пограничный ванпост тоже у нас есть. Бартер у нас тоже есть, да. Все у нас по максимуму все сделано, все развили. Кузнечики тоже растут, так что надо. Кстати, да, построим сейчас библиотеку, потому что у нас библиотеки нету. Ну, а так где она должна быть, по идее? Здесь, может быть, да, библиотека, вот. Построим библиотеку. Ух ты, блин, как она много места занимает, нихера себе. Можно ее так как-то засунуть? Отлично, отлично. Вот туда мы ее засунем, сюда вот так. Да, ну, сейчас библиотеку мы построим, у нас будет библиотека, и тогда у нас, получается, будет все по максимуму развились мы уже по максимуму, по большому счету. Ну, будем ждать, конечно, тогда уже новых дополнений, и тогда уже мы продолжать с новых дополнений, потому что я не вижу смысла на мне только просто вот снимать тут, что-то строить и что-то давно никого не показывать, да. То есть это монотонная игра, которая происходит в офлайн режиме, да, то, что там строишь. Так, так, дальше, значит, что у нас здесь получается? У нас получается, здесь ничего не получается, значит, можем, что можем еще забубенить? Мы можем, конечно, всякие памятники поставить, потому что, ну, хату мне надо построить тоже. Ну, это мелочь, это я уже сделаю за кадром, чтобы это все нам не надоедать, ну, не показывать одно и то же. А так, по большому счету, у нас все сделано уже. А почему-то ничего не ремонтируется. Ну, ладно. Сейчас пошлем до друзей отсюда, чтобы они ремонтировали. Переместить рабочую зону сюда тогда. Вот сюда тогда. Вот. Потому что, ну, по максимуму у нас все, тут мы уже развились уже как могли. У нас 301 человек, 67 детей. У нас просто немерялятное количество людей, которые просто гуляют, нихуя не делают. Извиняюсь за выражение. Вот. Так, ладно, заценим, тогда посмотрим, что это сделаем. Эта серия, я думаю, где-то будет полчасика, немножко, ну, типа, ну, как говорится, засуммируем все, что мы здесь сделали, посмотрим, что да как. Ну, я вообще сверну всех верну пацанов, чтобы они у меня были дома. Всех верну домой, всех. Неважно, кто-то там что-то начал делать, потому что, ну, я говорил уже, что не вижу пока что смысла просто тупо садить поляну и собирать там все, что-то у нас было, да. Так что вот такие дела. Ну, если, конечно, вы хотите продолжение такого в этом формате, тогда, конечно, вы можете мне написать, и я тогда продолжу снимать развитие базы, как у нас получается, да. Потому что, ну, карта почти что по большому счету она вся открыта у меня. Ничего нового здесь у нас нету. Вот, так что такие дела. Так, ладно, тут все у нас ничего нет здесь. Хорошо. Ладно. Итак, я потому что не знаю, когда будет новый обнова, но, скорее всего, она будет уже в новом году, где-то в январе точно, потому что, ну, сейчас праздники, Рождество и так далее и тому подобное. Так что не обессуйте. Так, ну, что-нибудь место за это займем, потому что я начал снимать рафт, надеюсь, вам понравилось, если честно, пишите комменты, да, а потом что-нибудь еще мы и такое забавим, не знаю, может быть, Сому пройдем еще раз или что-нибудь это раз. Пишите свои пожелания, что бы вы хотели видеть на каналчике. Посмотрим, возможность есть, у нас такой нету. Вот, и сделаем то, что положено. Вот. Так что такие дела. А тут пока что мы будем строить, что с библиотекой у нас, да. Ну, металла, как обычно, у нас нету, да. Ну, это мелочи жизни. Так, что еще? Что еще я хотел сделать в этой серии?
Ну, дома мы поставить можем, конечно, поставить, но смысла сейчас их нет, я не вижу ставить дома пока что в этой серии. Да не, может быть, построим что-нибудь. Потому что аванпосты мы проверили, все у нас построили, всякие новые фишки у нас сделали, все у нас тут работает, все у нас все происходит. Еды у нас просто немерено, воды тоже дохерища, электроэнергии тоже много, все отлично, все как полагается, все суперски. Так, секундочку, друзья, что у нас тут? Так. Будем танчик играть сегодня вечером, походу. С брательником. Ну хорошо, ладно. Это мелочь тоже. Вот. Так что такие дела. Что у нас здесь происходит? Она здесь на паузе стоит, экскаватор. Ну, это я говорю, то, что я буду продолжать развивать, так как мы можем сохранять, продолжать сохраненную игру. И тогда мы сможем уже там развиваться дальше. И ну опять же, в дальнейшем это просто у нас будет только типа так. Одна серия, что ли, две там, потому что, ну, смысла одно и то же строить сначала я не вижу. Ну, можете ли сказать, как говорится, если вы пожелаете, конечно, без проблем, мы это можем здесь сделать, как говорится, что ради вас мы, короче, стараемся снимать. Если вы хотите видеть полное прохождение с нуля, без проблем, все можно сделать. Мне не трудно. Главное, что вам было приятно. Так. Итак, что у нас здесь? Мука у нас добывается. У нас с мукой вообще сейчас очень много. У нас вообще очень много муки. Я как-то тут, знаете, поле... Ну, тут везде мука у меня здесь. И здесь мука, наверное, скорее всего, здесь, да, тоже мука. 240 муки здесь, 230 муки здесь. Тут 155 муки. Сколько здесь муки? Ну, тут муки нету, так. Ну, да, инструментов у нас нету. Ну, это как обычно. Так, что у нас с металлом? Кстати, давайте тогда включим обратно вот эту тему. Пусть они работают. Металл мы добудем. Сюда, короче, высокий приоритет поставим. Потому что специалисты скоро приедут к нам. Так, специалисты готовы к работе, но это мне как-то... Можно просто смотреть, где они находятся. Все они направляются к дому. Нормально, пусть работают. Ну, то пусть направляются, не работают. Портяжный мы построили. Тоже что-то у нас с одеждой начинает проседать эта тема. Но у него работает, все хорошо, производство происходит. Вниз по реке колонисты что-то опять хотят. Там группа колонистов заинтересовалась речкой поблизости. Хочет постоянно чего-то походить для надо для путешествия. Они сдрунили посинькую лодку и мочку себе попробовать. Вдруг на берегу еще не другие разрешить. Различные если вернулись, причем с пустыми руками. Лодка утонула, сердце. Лодка утонула, блядь, разведчики на херовы. Ну ладно, черт с ним, это мелочи жизни. Так, кстати, что у нас по нашим этим, как его, по 3 дня? Нормально. Нормально. Пусть работают. Так, что у нас с металлом здесь? 5. И у нас сколько идет металла? Ну, где-то идет металл, но только, наверное, не сюда он идет. А, не, все идет сюда. Сейчас у нас библиотека будет построена. То, что на что здесь происходит. Лучевая болезнь 0, усталость 20, после хорошего отдыха 445. Ну, как говорил, по экспоненте будем расти. Сейчас просто 76 человек просто ничего не делает. Это, я не знаю, как-то надо, не знаю, как-то это ограничивается, то бишь, приплод, потому что, ну, это пипец. Тут просто получается, 76 человек, они просто ничего не делают. И тут нет столько инфраструктуры, чтобы их всех трудоустроить. Поле, конечно, можно построить, но мне не нужно, потому что на еды так уже дофигища. Больницы тоже не нужны у нас, все нормально пока что с больницами. Эскаваторы, да, можно построить эскаваторы, но это вообще это как-то не примарно, как говорится. Инструменты. Я и то вот эти построил из-за того, что типа, чтобы, блядь, что-то у них было, чтобы где-то что-то их куда-то засунуть. Ладно, тогда можем запустить еще строительство моих этих... добывающих установок, которые мы поставили на паузу. Пусть они добывают, со временем приносят. Но это тоже, скорее всего, это будет уже сделано в после, как говорится, нужно будет в офлайне, да. Будем в ожидании нового патча. Как я сказал, скорее всего, идет в январе. В начале, может, скорее всего, в начале января, как в этом году вышло. Ой, в этом месяце, в начале декабря вышло обнова. Так что... Даже, кажется, не в начале. Да, в начале вышла, да. Завершена библиотека. Ну, и тут, опять же, в библиотеке один человек только работает. Ну, как так? Вот как это так? Один человек. Да, странно, конечно. Это все очень странно. Так, ну, можем еще одну столовую, кстати, построить. Типа так, чтобы было. Где наша столовая? То, что, ну, чтобы были все разновидности и блюд. Где наша кухня? Столовая. Но намного места не занимает, а там мы поставим деревья. Красивенькие такие. Смотрите, вот сюда заходим. Ставим вот такие большие деревья, которые заменяют... Ой, иди сюда. Вот такое место. Они заменяют 4 позиции. Зажимаю шифтик. Так, подожди, так, секунду. Это надо убрать.
отменить строительство. И опять же, строительство завершено, хорошо. А тут поставим вот такое. Раз, два, три. Ну и все. А и тут рядом поставили, да, вот такие маленькие. Раз, два. Чтобы, или что-то сейчас еще сюда забубенить что-нибудь могли. Так, что здесь надо? А? Металл, ну, как обычно. Ну ладно, это черт с ним, это не так уж важно сейчас пока что. Так, что с бездомных вот, бездомные у нас бездомные, да? Ну, ничего, тогда построим сейчас дом. Сейчас у нас металл придет, как раз будет 40 с металла. Двухэтажный дом 1, двухэтажный дом 2. Третий, походу, у нас не залезет сюда, да? Ну да ладно, не надо сейчас пока что. Сколько у нас там дней осталось до нашего прибытия на металла? Получается, полпути, да, уже шкета, ну, еще полтора дня. Хорошо, ладно. Так, тут все починили, молодцы. И что здесь происходит? У нас тут добывается. Так, это уже у нас хорошо. Здесь что? Здесь что? Здесь что? Здесь металла нету, так что сделаем паузу опять же. Металл, все остальное принесли. Здесь что? Металл, ну пусть металл принесут. Так, и мы можем проложить дорогу сюда, да? Где наша дорога? Здесь была дорога. Вот дорога. Пусть пацаны строят дорогу. Так, а где? А, вижу, нашел. Так, что у нас там? Ученому нужна помощь. Ученому нужна помощь. Нужно провериться. Одна из ваших колонисток, занята кука, приходится к вам с прорыва. Она уже довольно долго бьется над очень сложной задачей. Ей сейчас просто необходимо выйти за пределы колонии, чтобы проверить и привести мысли в порядок. А страшное всего, что она собирается гулять в одиночестве. Отпустить ее, конечно. Нужно подговорить, что женщина отправляется в путь в город одиночества. Однако буквально через час она возвращается, запыхавшись, держит за бок. Женщина объясняет вам: дикие кабаны, фух, еле ушла. А, ну, травму получила, да, какую-то, скорее всего. Ну ладно. Дикие кабаны, еле ушла. Хирос, там два ходишь одна по этому, блин, городу. Так, что мы тут? Что мы тут? Не, надо ничего строить. Так, металл, сейчас ждем металл. 20 металла, сейчас, да, смотрим. Так, что здесь у нас? Тоже тут металл нужен, там металл нужен. Мало инструментов. Ну хорошо, это не проблема. Вроде бы, блядь, столько экскаваторов работает, но они не могут обеспечить нас металлом. И бетонодобывающая установка, блядь. Ну не, это как-то тупо вообще. С какой скоростью она должна работать, не понимаю. И не главное, что экскаватор бывает только 5 единиц. Это как-то тупо, очень тупо. Это даже вот эти стандарты, которые мы собираем с поля, вот там эти, вот эта пластмасса, да, которая здесь добывает. Вот отсюда, да. Металлические залежи и то быстрее добываются, чем эта вот шняга здесь. Как-то, не знаю, как-то не продумано это. Я думаю, что 5 единиц этого довольно-таки мало. Надеюсь, что они пофиксят это, добавят хотя бы 10. А то как-то, блин, ну, очень проблематично с этим всем заниматься здесь делом. 5 единиц это очень мало. И тем паче, хорошо, если бы не работали в две смены, но на один человек, пока он туда, блин, доберется, пока он это все там выкопает, все вырвет, это очень много времени проходит на это все дело. Но понимаю, может быть, в следующей обнове они введут, как это называется, так, забыл слово 5, я в твою мать, сейчас вспомню. А, сейчас, секунду, бляха-муха. Мобильность, вот. Твою, блядь, это вроде бы не сложное слово вот забывается. Мобильность, чтобы они передвигались, не знаю, блин, на велосипедах, нахер, на чем-нибудь, на самокатах, чтобы они туда быстрее ездили. Бездомных же, ай, блин. И главное, чтобы вот еще бы как-то добавили контроль рождаемости, потому что сейчас просто тупо ты будешь сейчас делать вот дом, строить дом, дома, и только дома. И тут просто не хватит места. Потому что, ну ладно, ты можешь здесь застроиться полнейшую, да, ну, блин, камон, это не серьезно. Рождаемость слишком большая. Может, потому что я не начал сначала, там, может быть, рейты остались предыдущие, но навряд ли.
К нам больше не приходят колонисты другие, типа, с экспедиторами. Наверное, у них есть какое-то определенное количество, которое приходит до этого момента, да, и все. Не знаю, как-то очень все так интересно. Так, инструменты. Идите вы в задницу. Вы, короче, просто мне металл тратите беспонтово. Отключаем. У нас тут кухонка вот сейчас будет скоро готова, блин. Сейчас, ну, металл сейчас придет. У нас 50 единиц должно прийти, да? Да, 48 единиц, нормально. И да, чтобы, конечно, чтобы увеличивать количество торговых путей, ты строишь еще один такой центр торговли. Тоже считаю, что это нелогично, чтобы еще один центр торговли строить. Не чтобы добавить сюда еще несколько позиций, типа 8, там, не знаю, 9, 10. Зачем тебе надо 10 торговых постов? Зачем? Вот, я не понимаю этого. Вот, наверное, ты хочешь на там 6 этими городами. Сколько у нас городов? Сейчас, подожди секунду, друзья, сейчас посмотрим. У нас 1, 2, 3, 4, 5. Нет, 1, 2, 3, 4. 5 поселений, да? Ну зачем? Ладно, мы можем использовать 2 в одновременно, да, отсылать людей. Зачем ты не можешь сделать, например, давайте еще 2 человека сюда? Ну, не знаю, как-то они не продумали эту систему. Я считаю, что один должен быть, один торговый путь. Ну, это чисто мое понятие. То, что зачем тебе торговый центр нужен, не знаю, штук 10 зачем, ну, например. Если потом дальше карта будет еще расширяться, будут больше торговых путей, ну и смысл. Ну, не знаю, это чисто мое сугубо личное мнение. Не знаю, может быть, вы меня поддержите, может, нет, но я считаю, что это как-то нелогично. Так же самое, как и добыча с эскалатором 5 единиц металла и вообще всех ресурсов по 5 единиц. Когда ты реально можешь лучше поставить таких, ну, там, раскидать кучу, там, металлических 10, да, и тогда там поставить по хижине, и там 2 человека не разберут это гораздо быстрее, чем ты будешь добывать металл эскалаторами. Не знаю, ну, не надеюсь... Разрабы насчет этого подумают и как-то решат этот вопрос, потому что, ну, это как-то, не знаю. То же самое вот с этими радиоактивными охотами. Да, короче, мы можем, конечно, собрать, мы там можем сохранить их. По идее, в жизни мы они захороняются, да, и их не используют в дальнейшем. Ну, не знаю, ну, тут как-то можно было бы как-то куда-то что-нибудь такое придумать и туда забубенить. Ну, чисто так, ради интереса, чтобы это эти ресурсы просто там не накапливались кучей. Вот. Так. Тем паче. О, тем не менее, у нас уже готово здесь. Так, что у нас здесь идет за рацион? У нас здесь идет рацион, овощной рацион. Здесь у нас готовят что? Мясной рацион, да? Смешанный рацион. А и здесь будет у нас мясной рацион чисто. Добавляем и делаем мясной рацион. Вот так. Мяса у нас достаточно, да? Дичь 255, сверчки. Это как идет мясо. Мучные черви и все остальное. Все замечательно. Хорошо. Пусть готовят. Такс, хорошо. Хорошо. Ну сейчас. Ну вот, торговые ресурсы, торговый караван прибыл. Сейчас дома построят наши, металл принесут. Отлично. Так, и что у нас тут было построено? На что у нас на паузе стоял здесь? А, пластмасса, да? Давайте заценим, может, где-то еще металлические есть залежи, да, посмотрим. Вот, у нас металлические залежи есть. Кстати, значит, поставим сюда сейчас добывающую систему. Нет, это сюда идет. Станция по добыче лома. Даже сразу поставим несколько их сюда. Я даже поставлю 3 нахер. Пусть добывают. Ресурсов много не требует. Быстренько все это соберут. Что здесь? Пластмасса, да, пластик. Больше у нас металла, походу, нету, да? Сейчас пробежимся быстро по карте. Вода, вот. Что здесь? Ну, это бетон. Разваленный бетон. Так, бетон здесь, что это? Это не то. Походу металл нет. Вот чем вдруг что-то дергается еще игра. Когда вот бегаешь, так передергивает, FPS падает. Но это уже не компьютер, это уже сама игра не оптимизирована, да? Так что, такие дела. Да, у нас осталось одно только. Это местонахождение добычи, это без железа. Так, где он там находится, кстати? Что-то уже просрал его. Ладно, тогда включим пластмассу. Даже не будем включать пластмассу. Пусть не добывается. Что кто-то стал здесь? 43. Здесь все строится, да? 8 бетона. Открой торговые пути, да, хорошо. Посмотри, что у нас там. Может быть, еще металл где-нибудь добудем. Детали. Деталей у нас очень много. Хлеб, морковка, наука. Волокно у нас тоже дофигища. Хлеба тоже много. Ну, ничего, ждем. Ой, металл можно сразу же посылать. Хорошо, отлично. Так,
Ну давайте, достройте уже. Это уже готово. Сейчас это будет готово. 82 человека, друзья. 82. Дом строится. Один уже построился. Хорошо. Аномальная жара. Хорошо, ясно, не страшно. Так, двухэтажный дом. Значит, что нам надо сделать? Надо еще построить пару насосов, скорее всего. Давайте этим займемся. Ну тут, блин, прям добыча, блин, водока. Это как его. Даже 4 построим. Пусть будет. Ничего страшного, у нас ресов сейчас будет достаточно. Сейчас металл у нас нормально пойдет. Там у нас 3 точки будут сейчас добывать металл. И единственное то, что займут время в передвижении от точки А до точки Б. Хорошо, давай, погнали. 2 человека внутрь. И хорошо. Это сейчас тоже будет готово. Так, это вот здесь собирать, да? Здесь. Здесь тоже будет сейчас собирать, да? Хорошо, давай сюда человека. И сюда. Пусть добывают мед. Металл. Мед, блядь. Хорошо, так, ясно. Так, бездомных у нас есть? Кто бездомный? Мало одежды. Ну, это понятно. Бездомных тоже у нас достаточно. Нет, у нас пока что нету бездомных. Что с металлом? Тут металла нету, да, опять же. Металл, металл, металл. Ну, у нас 3 дня до того, чтобы подготовиться к этому. Так что у нас за 3 дня у нас наберется металл. С инструментами, конечно, косяк, но... Это не так уж важно. Они чуть помедленнее работают, я так предполагаю. Это не точно, но я так предполагаю, что это просто влияет на скорость производства чего-то. Так, мои пацаны уже по большому счету вернулись. Думаю, надо скинуть их, закинуть, потому что не знаю... Что? Они что, до базы не дошли? Да как так, блядь? Красиво, как странно. Хорошо, этот здесь на месте. Да. Ну, ясно. Пусть уже даже шагают. Так что с едой? Хлеба, хлеб мясной, рацион, хлебушка. Да, еще можно какую-то пекарню забубенить, так что у нас, да. Может сюда залезть пекарня? Давайте посмотрим. Пекарня. Нет, навряд ли она сюда залезет. Нет, она сюда не залезет. А куда можем ее забубенить тогда? Так, куда-нибудь здесь. Да, вот сюда и поставим. Пусть она тут стоит. Здесь пройдем сейчас дорогу потом. Остановим пока что. Пусть сначала закончит мне с водой здесь разбираться. Ой, блять, у нас уже 12, 24, 36, 48 энергии будет потребляться, да? Ну ладно, это сейчас ночь, так что у нас будет плюсом все равно выходить. Нормально. Не страшно. Специалисты только к работе, иди в жопу. У нас не нужно они сейчас. Да, пшеница сейчас будет перезвонить. Делают пшеницу, муку. Отлично. Здесь сейчас с металлом у нас все нормально. 6. Пацаны работают. С. Сейчас уже принесут сюда. И тут 4. Тут, ну, нормально. 11 штучек уже. Так, у нас уже опять бездомный человек, блин. Твою же дивизию, а? Так, что здесь? У нас есть металл. Металл несут, скорее всего, да? Куда-то, откуда-то. Так, у нас уже 3 человека бездомных. Угу. Так, походу, должно хватить сейчас. Ага, хватит. Тут 3 штучки, тут 1 штучка, здесь 4 штучки. И, то бишь, сейчас уже, по большому счету, 3 уже будут готовы. Это у нас уже 90 плюсом. Потом еще построим какую-нибудь пару ветрогенераторов. Кстати, знаешь, что подумал еще? Может быть, еще одну библиотеку построить? Ну, обитатели 6, или лучше школу построить. Давайте лучше школу построим. И она где у нас? Где у нас школа, блин? Памятник, это металл, не хочу сейчас. Школа, школа была где-то... Подожди.
Просто что? Не геологическая станция. Школа. Да, школу сюда поставим. И сюда мы сделаем, что здесь внутри сделаем. Сейчас, секунду. Проведем дорогу вот так. И вот так. Сделаем. Что у нас? Просьба колонистов, что они хотят от меня. Пара колонистов приходит к посмотреть, открыть ворота. Они услышали голос промышленных животных неподалеку, хотят отправиться на ход за воротами. Опасно, там можно получить травму или еще чего-то хуже. Но еда никогда будет лишней. Бля, ну идите, там не еда, бля, у меня тут еды просто, бля, до звезды, как говорится. Ну так, у нас все уже, считай, по большому счету. Будет уже, так, 30, 240, 279. Так, сюда уже все, металла хватает, здесь два штучки осталось, и у нас уже, по большому счету, уже все супер по поводу этого плана. Так, что у нас здесь? Металл, здесь тоже металл нужен. Я даже тут паузу нажал, не нажал, то бишь пусть сюда заходит. Сюда, я думаю, мы поставим памятник. Кстати, давайте посмотрим. Памятник у нас получится забубенить памятник. Да, у нас получится забубенить памятник. Может даже два. Нет, сюда не смогу я забубенить памятник. Ну ладно, сюда поставим тогда. Один. Два. А сюда построим деревья. Большие. Вот так, красава. А сюда мы поставим чем-нибудь еще потом. Так, что с металлом здесь? А тут уже все строится отлично. Так, на ночь из дома построить будет. Так, это ладно, это отжимаем паузу. Активно полечили, все, погнали. У нас скоро должны прийти наши... Не, не скоро, полдня, еще полтора дня. У нас уже бездомных 8 человек. Твою дивизию. Это просто писец. Какой-то писец. Так, что здесь? Два человека здесь. Что у нас по добыче? Так, тут пластмасса добывается. Здесь что? Металл нужен. Ну, не, скважина, посмотрите, зашина. Ну что, 336 у нас сейчас есть. Так что мы полностью обеспечены водой на грядущую катастрофу. Итак, ну ладно, друзья, я думаю, что тут мы максимум уже закончили все, так что думаю, мы на этом закончим прохождение обновления The Outpost. Это второе обновление. Будем следить за игрой, я буду продолжать играть в офлайне. То бишь, не кадр, потому что я не вижу, как говорил, смысла перед этим снимать и показывать одно и то же, ничего нового нет. У нас все достаточно, у нас стабильная добыча металла, деревьев, ну, короче, у нас мы просвиваемся уже, и уже и тут уже обратного пути нет, у нас просто ждет дальнейший просто успех, и тут уже нету смысла играть далее. Когда выйдет новое обновление, я, скорее всего, начну новое сохранение, мало ли что, или можно, это уже весь ответ вас, друзья, могу начать заново, или могу продолжать эту игрушку, ну тогда там просто выйдет чисто там одна серия, может быть две максимум, да, даже одна, потому что по большому счету, ну может две, смотря какое обновление будет, что они добавят, и что для этого надо будет вообще делать, да, но если вы хотите, конечно, чтобы начал заново, с нового сохранения, с нуля, пожалуйста, оставляйте мне в комментах, пишите ваши пожелания, я обязательно... как говорится, обращу на это внимание и уже сделаем тогда вывод с этого дела, что вы хотите видеть дальше, в дальнейшем. А на этом мы, друзья, заканчиваем. Довольно неплохо мы развились, как говорится, да, и все у нас отлично, все супер. Так что большое вам спасибо за вашу поддержку, за ваши лайкосики, вашу подписочку. Если что, оставляйте комментарии с вашими пожеланиями. А на сегодня мы заканчиваем. И всего вам хорошего, друзья. Пока-пока.